Защити свои легкие и проверь сахар в крови. Профилактические акции пройдут в Центре общественного здоровья 12 и 13 ноября. Во Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября с 8 утра и до 13:00 ульяновцам измерят объемные и скоростные показатели дыхания. Безопасное и безболезненное исследование определит возможные патологии, наличие бронхиальной астмы, хронических обструктивных болезней легких. А уже на следующий день, в это же время, врачи измерят уровень глюкозы в крови, уровень артериального давления, определят индекс массы тела и проконсультируют по профилактике сахарного диабета. Единственное, что просьба предварительную запись, потому что по условиям санэпидрежима по-другому мы работать не можем сейчас. Записаться можно по телефону 32 58 08, код города 84 22.